Привет, дорогие друзья! Сейчас я вам расскажу, как поменять английское меню на русское. Выставить градусы, километры в час. Это сделать очень просто. Вот у нас находится кнопочка, как вы видите, Info. То есть эта кнопочка, ней мы будем выставлять. Ставим машину на паркинг и обязательно выжимаем ручной тормоз. Без выжимания ручного тормоза наша кнопочка меню не появится. И кнопочка инфо начинаем клацать, пока не появится меню. Вот наше меню, мы его прошли. Вот, зажимаем и держим. Так, опускаемся вниз. AVG Unit. Нажимаем. Вот наши литры на 100 километров. Нажимаем и держим. Выставили. Возвращаемся назад. Идем дальше. Градусы по Цельсию ставим. Есть. И язык. С английского меняем на русский. Зажимаем и держим кнопочку. Есть. Все. Теперь опускаем ручник и наше меню на русском языке. Все очень просто, быстро и по делу. Если вам, друзья, было это видео полезным, поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.